Твери прошел очередной рейд по выявлению нарушителей правил парковки, в рамках которого в автоматическом режиме проводится фиксация фактов несоблюдения правил. 20 сентября в Пролетарском и Центральном районах города рейд проходил на улицах Брагина, Андрея Дементьева, Советской, Лидии Базановой, Громова, Бобкова, строителей на проспектах Чайковского и Победы на Свободном переулке. В Заволжье фиксация нарушений проводилась на улицах Горького, Фурманова, Зинаиды и Коноплянниковой и на Петербургском шоссе. В общей сложности были выявлены 164 нарушителя, которые припарковали транспортные средства на газонах и в других запрещенных местах. Кроме того, автомобилисты паркуют машины на зеленых зонах вдоль основных городских магистралей на проспектах Чайковского, Николая Корыткова, улицы Андрея Дементьева и Советской. За 7 месяцев 2023 года у нас к административной ответственности за размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования привлечено 3138 правонарушителей. В отношении них приняты решения о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере, соответственно, для граждан 3000 рублей. Нарушение запрета на парковку в неустановленных местах влечет административную ответственность и для должностных лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Там штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Для организаций, то есть юридических лиц, от 20 до 40 тысяч рублей. Парковка транспортных средств осуществляется не только с нарушением правил дорожного движения, как мы тоже видим на городских улицах, но и с нарушениями правил благоустройства территории, чему с нашей стороны дается принципиальная и жесткая правовая оценка. В ходе регулярных рейдов представители районных администраций зачастую фиксируют неоднократные нарушения водителями правил благоустройства. Всем автовладельцам, допустившим размещение автомобилей на озелененных территориях общего пользования, назначается административное наказание.